что, мои дорогие любители элитной недвижимости, любители эстетики, любители всего дорогого, эксклюзивного, секретного, я приветствую вас на канале Стас Недвижка. Напоминаю, что это канал о недвижимости, я являюсь профессиональным участником рынка. Сегодня мы говорим с вами про и говорим и показываем вам один очень уникальный на сегодняшний день, подчеркиваю, дом, стоимость которого 450 миллионов рублей. Скажу честно, была большая трудность найти экземпляр на рынке загородной недвижимости, который можно снять, первое, и в котором есть что показать. Объясню почему. Ну, во-первых, за последний год, с момента, как началась пандемия, на рынке возник очень серьезный кризис, ввиду того, что люди потянулись к загородной жизни, появилась прям такая активность и стремление жить за городом. Скупили и сняли все, что только можно было, буквально там за первые 3 недели. И логично, вы понимаете прекрасно, что построить так быстро новые форматы, новые дома было просто невозможно. Ситуация сохраняется по сей день. Цены выросли, достойных предложений просто нету. То есть, начиная от того, что у меня могут приходить друзья и говорить, нам нужна аренда там где-то 2-3 миллиона рублей в месяц загородного дома. Нечего предложить, все, что есть, очень старое, изжившее. Но в то же время, если вы пришли и вы сказали, что у меня есть 100 миллионов, либо у меня есть 400 миллионов рублей, по сути, вы увидите одного и того же качества продукт. Он находится в премиальном поселке на Новорижском шоссе. В нем 1550 квадратных метров, там 40 соток. Чтобы вы понимали, стоимость земли одной сотки здесь стоит 4,5-5 миллионов рублей. И цены тоже выросли, да, потому что есть оживленный спрос. Но помимо того, что сложно найти сам дом, который можно приобрести, который будет отвечать всем технологиям, который будет современный, который будет в классном поселке, в доступности, с классным ландшафтом, с классной архитектурой, с классным дизайном внутри, так помимо этого, если вы сегодня решите построить дом и будете искать поселок, достойных участков в сегменте премиум, их практически нет. Но в этом выпуске мы покажем вам 2 участка. Первый тоже находится в поселке, мы его продаем. Находится в хорошем месте, находится прямо возле такого же пруда. А также мы покажем участок 7 гектаров земли на Рублево-Успенском шоссе, на Николиной горе. Это уникальное место, это сосновый лес. Там офигенным образом впишется современный поселок, который бы я хотел там построить. И я допускаю, что тот человек, который в дальнейшем купит этот участок земли, возможно, вместе с ним я реализую там свою девелоперскую идею, к которой, по сути, у меня все готово. Вся инфраструктура, люди, концепция, ценообразование, исполнители и прочее. В общем, главное, что я хочу сказать в этой открывашке, о том, что все, что вы увидите в этом выпуске, продается. Все, что вы видите, в принципе, в моих выпусках, все продается. Вы должны помнить, что у вас есть на рынке надежный представитель. Вы знаете мои контакты, они будут ниже по ссылке. Со мной можно связаться напрямую. За мной стоит классная профессиональная команда, которую я вырастил, классный сервис, который я построил. Мы рады будем вам помочь. Вам приятного просмотра. Мы начинаем. Поехали. Ну что, этот потрясающий дом нас встречает достаточно большой, просторной прихожей. Здесь 1550 квадратных метров, 4 террасы, дом в 2 уровня. Дом достаточно большой, красивый, и в нем есть одна очень важная, уникальная деталь. Это то, что он выполнен весь из натуральных материалов. Я немножечко сейчас расскажу о цифрах, чтобы вы понимали, сколько стоит все это удовольствие, но сразу стоит обратить внимание на то, что у нас есть натуральный камень на стенах, натуральный камень на полу, шкафы все сделаны из натурального дерева, недешевого дерева. Здесь у нас есть возможность хранения верхней одежды, у нас есть возможность с прихожей попасть в гараж, либо из гаража выйти в прихожую. У нас есть независимая гардеробная комната. Смотрите, какая красота. Обычно такую красоту есть смысл делать где-то в спальне. Но даже здесь, на первом этаже, в прихожей, гардеробная комната не сделана как какая-то подсобка, а сделано все в соответствии со всей концепцией дома.
Любой дом начинается с проекта. Проект делает архитектор. У меня есть друзья-архитекторы, которых я попросил принять участие в этом сюжете для того, чтобы сделать так называемый help-контент для вас, чтобы вы предусмотрели, планируя строительство дома, очень важные аспекты. Даю слово своим друзьям, архитекторы из Беларуси, из Robim Architects. У ребят тоже есть канал на YouTube. При желании переходите. И теперь слушаем ответы на наши вопросы. Первое, это, конечно, купить правильный участок, да, то есть очень большая ошибка, когда люди строят дорогой дом на дешевом участке, либо дешевый дом на дорогом участке. Тут очень важно именно баланс, чтобы участок, он стоил там процентов 20 от стоимости всего дома, и тогда у вас получится хорошее соотношение. А второе правило, это, конечно же, очень важно обратиться к архитекторам. И лучше, конечно, не просто к архитекторам, а к профессионалам, которым вы действительно доверяете. А третий момент, это то, что вы должны строить дом мечты. То есть ни в коем случае не стройте компромиссные какие-то решения, потому что строительство дома — это большое дело. Это то, что вы делаете не каждый день, скажем так. И важно, чтобы это вам нравилось не только по финалу, когда вы в него въедете, но и в процессе стройки. Важно, чтобы вы получали от этого всего удовольствие. Поэтому обязательно делайте то, что хотите, и не экономьте. Но важно, конечно, просчитать. Это, наверное, уже четвертое правило, что важно делать. Это просчитать бюджет и все-таки заходить в стройку осознанно, чтобы она у вас не превратилась в долгострой, либо в законсервированный проект, который вы захотите перепродать. У многих возникает вопрос стоимости, да, например, там в Инстаграм мы сейчас снимаем достаточно большое количество обзоров, быстрых, и если вы не подписаны, вам нужно подписаться и иметь возможность чаще получать контент о недвижимости, и не только. Ну так вот, один из главных вопросов, который мне задают, типа, почему так дорого, я бы за эти деньги, да я бы за эти деньги, да я бы за эти деньги. Давайте не будем забывать о том, что мы находимся в Москве, и есть важная составляющая, это стоимость земли. Например, если мы говорим про поселок Ренессанс-парк, то на сегодняшний момент, в сегодняшнем рынке, стоимость одной сотки кратно около 4,5-5 миллионов рублей. Соответственно, здесь у нас 40 соток. И у всех у вас есть калькулятор, вы можете умножить 40 соток на 4,5 миллиона рублей, вы получите 180 миллионов рублей. То есть стоимость этого дома, в эту стоимость этого дома входит стоимость земли, которая кратно 180 миллионам рублей. Есть коробка, полуторатысячного дома, в данном случае около 80 миллионов рублей. Вот они, пожалуйста, 260 миллионов рублей из 450, то есть это уже больше половины. Да? А у нас есть полностью дом, отделанный деревом. Все дерево, которое использовалось внутри и снаружи, это 100 миллионов рублей. Пожалуйста, цифра уже превратилась в 360. Уже несложно сделать вывод о том, что если суммировать все, то цифра значительно выше, чем на сегодняшний момент представлена в продаже. Поэтому стоит задуматься, быстрее не упустить возможность рассмотреть его, связаться со мной и, возможно, приобрести. Да, хотелось бы показать финальную стадию, что он уже готов, с готовым ландшафтом, но к этому моменту дом уже будет продан. То есть на сегодняшний момент он там около полутора недель находится на рынке, и я думаю, что ему осталось там, ну, дай бог, месяц, может быть, чуть-чуть побольше, а может быть, он прямо сегодня кто-то приедет и скажет о том, что держите задаток, и мы его забираем. Давайте вернемся к самому дому. То есть мы были в прихожей, у нас есть достаточно большая площадь гостиной с биокамином. Здесь должен стоять потрясающий большой диван. Здесь можно встречать гостей, здесь можно проводить время с семьей. Здесь потолок 7,5 метров. Соответственно, ну, достаточно неплохо чувствуется пространство этого места. Хороший дом от плохого отличить на самом деле довольно просто. Здесь не надо приглашать профессионала. А если вы заходите в дом и вам в нем некомфортно, это значит, что это плохой дом. Часто мы видим в плохой архитектуре вполне понятный объем снаружи, там, например, квадратного плана дом двухэтажный. Но когда мы заходим внутрь, у нас происходит такая полная дезориентация. Мы не понимаем, в какую дверь нам идти, где гостиная, как тут вообще сделана планировка. И это такой своеобразный лабиринт. В хорошем доме все интуитивно понятно.
понятно, потому что все сделано эргономично. А эргономика, она строится на интуиции и на удобстве для человека. То есть мы заходим, мы сразу понимаем, куда нам идти. А вторая большая идея, которая отличает такие дома, это уникальность концепции. То есть очень важно, чтобы дом, он не был как у соседа, потому что копии — это всегда плохо. Он должен быть уникальным. И уникальным он должен быть специально под вас. Хочу заметить важный момент. Если бы мы говорили с вами о массиве дерева, понятно, что стоимость этого дерева внутри была бы кратна, наверное, каким-то миллиардным цифрам. Логично, что здесь это шпон дорогих пород дерева, но даже ввиду того, что это шпон, мы прекрасно понимаем, что внутренняя деревянная составляющая около 70 миллионов рублей стоимость, которая находится внутри дома. А что мы здесь еще имеем на первом этаже? У нас есть блок гостевой спальни со своим санузлом. Его тоже можно показать. Небольшой, красивый, уютный для гостей, более чем, скажем так. И у нас есть спальный блок гостевой. Тоже достаточно уютный, с видом на внешнюю сторону. Здесь будет еще стоять забор. А здесь небольшая гардеробная комната. То есть полноценное место, где можно отдохнуть членам семьи, мамам, бабушкам, которые приехали в гости. И у нас есть кабинет, который владелец выстроил себе на первом этаже. Это место, которое оставил себе владелец для того, чтобы здесь мыслить, работать, я как понимаю, читать, потому что он сделал для себя такую уютную библиотеку здесь. И вот здесь есть какое-то интересное очень решение в виде вот этой доски. Я не знаю, что он планировал здесь планировать, но в моем случае это был бы некий такой большой мудборд тех хотелок, планов, которые есть у тебя в жизни, у меня в жизни. И, конечно же, лунный эбен — это дерево, которое произрастает исключительно на Мадагаскаре. Это редкая порода дерева, которая отделана часть кабинета. Современная архитектура, она как раз про рациональность, да, и разумный подход вообще в строительстве. Когда мы проектируем дом, мы не закладываем какие-то необдуманные вещи. То есть, условно говоря, мы не пытаемся впечатлить соседей, которые придут к вам в гости. Мы все делаем для человека и для семьи, которая будет в нем проживать. Каждая идея, каждая деталь, она продумана и с точки зрения ее эксплуатации. То есть, там большая терраса, потому что на ней будем завтракать, подпорная стенка, потому что она держит грунт. И такая архитектура, она в будущем, со временем, она не потеряет ликвидности, потому что и через 30 лет вы придете в этот дом, спросите, зачем здесь стенка, и вам скажут, потому что она держит грунт, который за ней, да? Или спросят, зачем вам такие большие окна, вы скажете, чтобы было максимальное количество света в доме, да? То есть это такие тренды, которые никогда не потеряют актуальность. И второе, это, конечно же, уникальность архитектуры, потому что можно назвать много современных домов, но не все они, скажем так, подходят под понимание ликвидности, да? Две кухни в доме от компании Polyform. Те, кто знают, те поймут. Достаточно много систем хранения. Но это не основная кухня. То есть, по сути, это здесь кашку разогреть, кофе налить, салатик съесть. Но есть главное место, где готовится еда для постояльцев этого дома. Это техническая кухня. Да и, собственно говоря, в целом за этой дверью находится технический блок, блок персонала. У них есть отдельный вход, который я вам сейчас покажу. Здесь проходит основная готовка пищи, мойки посуды, хранение продуктов. То есть, по сути, персонал этого дома, они в жилой части как таковой особо не находятся. Они только выносят еду и уединяются. Они убирают дом и уединяются. Что хочется добавить, чего мы еще не сказали. Инженерные системы — это достаточно большая статья расходов при строительстве дома.
Я бы, наверное, закладывал около 10% от общей стоимости дома. Соответственно, это еще где-то 45 миллионов. Ставим галочку. Инженерная система. Помимо этого, 15 километров кабеля. Не знаю, как его посчитать, просто как вводное, чтобы вы понимали, что структура проводов и кабелей суммарно на 15 километров. Усиление сотовой связи для того, чтобы за городом не возникало проблем со связью. Безусловно, охранная сигнализация собственная, плюс ко всему мы находимся в поселке, все это подключено к системе безопасности самого поселка, и в случае каких-то проникновений либо еще чего-то поступает сигнал на ГБР, и, собственно говоря, в течение там полутора минут, двух приезжает охрана самого поселка или, наверное, охрана внешняя, к чьей системе подключен данный дом. Перед нами промышленная установка очистки воды обратного осмоса. Вся вода в доме является питьевой. Из всех кранов течет питьевая вода. Но поставлена не только из этих соображений, так как в доме установлена дорогая итальянская сантехника, и ее срок годности, скажем так, зависит от той воды, которая течет в кране. Вот эта штука решает две задачи. Сохранение итальянской сантехники и наличие питьевой воды и воды, которой вы ежедневно принимаете душ. Здесь стоят два газовых котла. Здесь тоже отдельный вход для человека, который обслуживает всю эту, скажем так, это сердце дома. У нас есть блок для проживания персонала, который совсем не отличается, ну или немножко отличается от общей концепции дома, но здесь тоже хороший свет, здесь тоже хороший пол, здесь тоже хорошие стены, здесь тоже есть окно, поэтому человек, который будет обслуживать этот дом, он или люди, которые будут обслуживать дом, они будут себя чувствовать здесь вполне комфортно. Электрощитовая, выход на улицу, санузел, и мы попадаем в гараж, гараж на три машины места. Соответственно, здесь также есть несколько выходов. Можно попасть в дом и оказаться в прихожей, можно оказаться в техническом блоке, можно выйти на улицу. Пойдемте обратно в прихожую и оттуда поднимемся наверх. Дом включает в себя 5-6 спальных комнат. Почему 5 или 6? Потому что какое-то пространство, в котором, там, например, должна быть игровая комната для детей, может быть оборудована под спальню. В целом дом подразумевается под большую семью, здесь 5 спален, здесь есть игровая комната, здесь есть кабинеты, здесь 7 гардеробных комнат, что говорит о том, что достаточно большая система хранения, и это, наверное, одно из частых потребностей и болей в загородной жизни, что дома есть большие, но в них не предусмотрены грамотные системы хранения, потому что люди, которые приобретают такую недвижимость, они любят красиво одеваться, у них зачастую большие гардеробы, много сезонных вещей, чемоданы и прочее. Если этих систем недостаточно, получается, что где-нибудь под лестницей начинает храниться то, что, чего там просто не должно быть. В доме 5 санузлов, гараж на 3 автомобиля, кухня основная, кухня техническая, мы ее посмотрели, большая гостиная, 7,5 квадратных метров потолки, биокамин. Если говорить про инженерные системы, безусловно, в этом доме предусмотрена вся система кондиционирования, вся система принудительной вентиляции, приточно-вытяжная система, теплые полы везде, где находится камень. А камня, к слову, в доме в общих зонах где-то примерно 400 квадратных метров. Если суммарно, то только керамогранит, который находится у меня сегодня сейчас под ногами, его стоимость суммарно около 35 миллионов рублей в этом доме. Я задал вопрос, почему керамогранит, а не мрамор. С мрамором есть особые тонкости по его уходу, скажем так, но в данном случае керамогранит выглядит здесь даже, может быть, чуть интересней, с ним проще управляться, но, что самое интересное, он еще и дороже оказался, нежели положить или постелить сюда мрамор.
Мы считаем, что современная архитектура, она очень персонализирована. Она зависит в первую очередь от пожеланий жителей, да, владельцев участка, будущего дома. И также она зависит от самого рельефа местности и от бюджета, да, который клиент хочет вложить в это строение. Приходя на участок, мы всегда анализируем его по нескольким поинтам. Это инсоляция, это аэрация движения ветра, это, соответственно, рельеф местности, это какие-то видовые перспективы, это положение дома относительно дороги. И исходя из этих критериев и исходя из пожеланий людей, мы создаем очень такой персонализированный, уникальный, эксклюзивный продукт. Так, ну что, есть самое время посмотреть второй этаж. Пока мы идем, я хотел бы обратить внимание, что на стенах в доме где-то травертин, где-то также керамогранит. Если говорить про пол на втором этаже в жилой части, он деревянный, и тут везде дуб. Поднявшись на второй этаж, с правой стороны у нас находится полноценный мастер-блок. То есть, по сути, он адаптирован под жизнь владельца, с супругой, с достаточно большой спальной зоной, опять же, очень красивым фактурным керамогранитом на стене. Все очень красиво оформлено, на первый взгляд это как будто деревянная стена, на самом деле там есть ниша. У нас есть достаточно вместительная, красивая гардеробная, как мы видели на первом этаже, в той же стилистике, но здесь есть, конечно, окна. Здесь, конечно, поприятнее находиться. Давайте попробуем свет включить. Да. Очень красивая гардеробная комната и система хранения. И вот мы такие проснулись прекрасно, распахнули эти потрясающие двери. На самом деле, это вот моя мечта проснуться и распахнуть двери, только я хочу видеть горизонт, который ничего не загораживает. Мы выходим на свою большую террасу. Сразу хочется отметить, что внешний фасад – это все термированная сосна. А, живая. На полу термированный ясень. Совокупная стоимость дерева с внешней стороны – 10 миллионов рублей. Ставим еще одну галочку. Если в дальнейшем стоит засадить это все пихтами, ставить шезлонги, встречаться с гостями, читать книжки. Говоря о фасаде, о ландшафте, ландшафт будет закончен 15 октября, соответственно, новый правообладатель получит дом с завершенным фасадом, с забором, готовый к проживанию. Нужно будет только просто довести мебель сюда и начать жить. Вот та самая сантехника Антонио Лупи, за которой очень бережно нужно ухаживать, ставя промышленную водоочистку. Посмотрите, какая красивая душевая кабина. У меня, в моем понимании, санузел, сама ванная комната должна быть с окном и открытая душевая кабина, где ты можешь смотреть на перспективу горизонта открывающуюся. Так, мы вернулись в часть, где мы попали на второй этаж. У нас есть правый блок, напомню, это мастер-блок, это место, где проживает хозяин с хозяйкой этого дома. Большая терраса, санузел, гардеробная комната. Отсюда у нас открывается потрясающий вид на гостиную. Кстати, хочу заметить еще один нюанс. Контракт на установку окон суммарно 15 миллионов рублей. Ставим еще одну галочку, окна Шуко. Представляете, какое количество света сюда попадает на второй этаж благодаря тому, что здесь нет никакой стены. Дальше мы попадаем в детский блок, как, собственно говоря, подразумевали родители в данном случае уже. Первое, что, где мы оказываемся, это некая такая зона гостиной детей. Здесь планировался или планируется стоять диван, их кинотеатр небольшой. И этот блок делится на две части. Здесь должна была быть вот то, о чем мы с вами снизу говорили, да, количество спален 5 или 6. Здесь планировалась игровая комната. Но ввиду того, что здесь выход на террасу, идея эта сошла на нет. Соответственно, это, наверное, еще одна комната, и в данном сценарии здесь получится 6 спален. К
Кстати, говоря про свет, стоимость контракта на свет в этом доме суммарно 8 миллионов рублей. Ставим еще одну галочку. Санузел номер раз, индивидуальный под эту спальню и достаточно большая гардеробная комната. Я даже думаю, что ее можно использовать как-то иначе. Это может быть даже библиотека какой-то детской. Боже, посмотрите, какие линии. Посмотри, как это все выглядит с сосновым лесом. Фактуры эти деревянные, каменные. Свет этот красивый, монтированный в козырек крыши. Этот своя терраса из той самой возможной игровой комнаты. Есть еще одна статья расходов, которую нужно отметить. Это внешнее стекло, которое существует в доме на лестнице, которое существует здесь. Стоимость этого стекла еще 10 миллионов рублей. Ставим еще одну галочку. Смотрим на потрясающий вид на сосновый лес. Делаем глубокий вдох, наполняемся естественной жизнью и идем дальше. Все наши страны — это страны бывшего Советского Союза, и в Советском Союзе строили, в общем-то, однотипные здания по большей части. Когда Советский Союз развалился, наши граждане поехали, проехались по миру, да, посмотрели, какие дома строятся там, и попытались повторить это на своем участке. И вначале они повторяли там французские замки. Кто-то увидит замок во Франции и строит замок там на своем приусадебном участке. А потом повторяли там альпийские шале. И вот только сейчас как-то вот пришли к современным домам. А, на мой взгляд, современный дом, он наиболее полноценный для нашей эпохи. Те материалы, которые есть сейчас на рынке, те потребности, которые есть у людей, современный дом наиболее полное закрывает эти потребности с использованием вот этих новых технологий и материалов. Нету смысла сейчас строить дом в стиле барокко или в стиле классицизм, потому что общество поменялось. И вот наша студия занимается только такими объектами. Мы чувствуем на них высокий спрос, потому что хороших проектов в современном стиле их всегда мало, как в принципе в любой сфере. Выходя из спальной комнаты, мы оказываемся вновь в маленькой гостиной детской. И через нее мы попадаем в дополнительный спальный блок, который состоит из двух спальных. Вот так вот красиво и уютно это выглядит. Здесь, я подразумеваю, должна быть рабочая зона. Посмотрите, как классно расположена лампа. То есть дети могут здесь делать уроки. У этого ребенка тоже есть выход на свою террасу с видом на сосновый лес. Понятно, что в этом доме, наверное, есть смысл держать окна открытыми и дышать свежим воздухом, несмотря на всю современную систему кондиционирования, вентиляции и прочего, но естественный лес не заменить. Есть гардеробная комната, вполне достаточная для ребенка. И отсюда мы попадаем в санузел. Все шторы регулируются электронно-выключателями. Руками ничего дергать не нужно. Санузел вытянутый и очень интересный по фактуре. Посмотрите, большие окна здесь. Душевая кабина. И санузел сам. Тоже с хорошим видом. Здесь тоже дерево. Ну, мы уже об этом сказали, но стоит заметить. Приятно находиться в доме, который полностью состоит из натуральных материалов, а не вот это вот все пластиковое. Вплоть до того, что выключатели все в рамке металлической, сами из приятного пластика с нанесением матовым. И мы оказываемся в крайней спальне. А здесь гардеробные решения находятся здесь. Боже, какое классное освещение вообще, как все сделано со вкусом. Вот у людей есть деньги для того, чтобы не экономить. Б, у людей, которых сюда нанимали, есть вкус. С, все молодцы, собственно говоря. Знаете, что хотелось бы еще заметить? То есть мы вот считаем с вами цифры, да, и, скорее всего, они там уже подбираются плюс-минус к той цифре, по которой этот дом продается. Но не стоит забывать о том, что есть еще стоимость работ, которой у нас нету, и здесь можно совместно погадать
с учетом того, что вы уже видите, сколько могут стоить работы, которые, благодаря которым создается этот продукт, которые ведутся на протяжении 3 лет, потому что этот дом строился 3 года. То есть тут еще, наверное, стоимость времени как-то нужно учесть, да, при продаже. Сколько важных деталей, которые влияют на финальную стоимость продукта. С кухни мы вышли на еще одну террасу. Здесь подразумевается зона барбекю с очень классным местом в виде патио внешнего, где можно в теплое время года классно проводить время с друзьями, с семьей. Здесь, скорее всего, можно сделать что-то подобие лобного места, поставить какие-то конструкции, поставить зонтики, высадить это все пихтами. И здесь классный вид открывается, ребят, на то самое произведение фонтана этого внешнего, который создает такое впечатление горного массива какого-то. В общем, над продуктом точно классно поработали. Никаких, ну, я не вижу здесь типовых решений. Я вижу очень классную архитектуру дома, я вижу большое количество живых материалов натуральных, я вижу масштаб в виде каждого из пространств, масштаб в виде окон, террас, самого участка, красивый ландшафт. Но однозначно этот продукт можно продавать дороже. Но стоит как бы понимать, что таким продуктом не владеют люди, которые на всем пытаются заработать, да? А для кого-то это просто творчество, которое он реализовывал. То есть человек, который является собственником этого дома, это его не единственный дом. Понятно, где, как бы, в каком доме он живет. Это он строил под какие-то, может быть, иные задачи. На сегодняшний момент понял, что он ему не нужен и продает, по сути, в те деньги, которые он туда вложил. Хотя, опять же, повторюсь, что рыночная стоимость этого объекта сегодня выше, и, наверное, это один из факторов, почему я решил его показать. Еще одну важную деталь хотелось бы заметить, это дополнительная галочка, у которой не будет цены, это соседи. То есть, проживая в этом поселке, однозначно, то есть мне известно, кто здесь является соседями, к сожалению, я не могу этого озвучивать, но однозначно, покупая этот дом, вы покупаете еще и приятное соседство людей, с которыми, а, интересно будет поговорить, б, интересно будет поужинать, выпить вина, и с большой вероятностью что-то совместное, какой-то интересный творческий проект можно будет реализовать. Ну что, друзья, мы находимся с вами в поселке Монтевиль, который находится на Новорижском шоссе, 25 километров от МКАД. А как я вам говорил в самом начале, что помимо того, что продукта качественного на рынке нету, так еще и земли, соответствующей к классному современному проекту, тоже не найти, потому что поселков, в которых действительно хочется жить, современных, обжитых, достаточно мало. Поэтому я решил очень коротко показать вам участок земли, который мы здесь продаем. В чем его особенность? Первое, что он находится в тупиковой зоне. По сути, у вас проездной части нету, да? Никто мимо вас не ездит. Второе, у вас есть всего 2 соседа, которые построены. Третье, площадь участка 32,5 сотки. Это достаточно для того, чтобы посадить там 1000 метров дом, например, и иметь достаточно большую лужайку. У вас офигенный ландшафт, уже на сегодняшний момент существующий. Посмотрите, какой он холмистый и немножко пологий. Я даже думаю, что эту часть равнять нет смысла. То есть можно выровнять здесь, поставить дом и иметь возможность прогулочно подойти к забору, там сделать отдельную калитку и оказаться прям озеро, которое является условно центральным в этом поселке, да, с прогулочными зонами и прочее. Стоимость этого участка не дешевая. Не нужно рассчитывать на то, что в этот кризисный период времени для загородной недвижимости что-то достойное сегодня можно купить дешево. Данный участок стоит 180 миллионов рублей. Понятно, что эта цена заявочная, понятно, что о ней можно разговаривать, можно торговаться, но как факт нужно учитывать, что поставив себе дом в классном месте с видом на озеро, без наличия как таковых соседей, в тупиковой части, в обжитом поселке, со всеми коммуникациями, инфраструктурой, обслуживанием, охраной и в классном месте, это всегда будет стоить денег. В общем, вы помните, что делать, ссылка ниже, call Стас. Дальше все задачи ваши будут решены в недвижимости с первоклассным сервисом. Боже, как я люблю настоящую, естественную природу.
Не знаю, где вы живете, какой образ у вас жизни, но мы живем в мегаполисе в Москве, и наличие такой дикой естественной природы для нас большая редкость. Мы здесь находимся не случайно. Я в начале выпуска говорил о том, что я покажу вам участок земли. Мы, собственно говоря, находимся на нем. Что он из себя представляет? Пологий склон, который при строительстве поселка позволит разместить дома на разных уровнях, соответственно, иметь возможность видеть не соседа, а над соседом, первое. Второе, мы видим чудесный лесной массив из берез, сосен, елей. Мы видим здесь огромное количество белок, здесь огромное количество грибов. Здесь отсутствуют, в принципе, как таковые соседи, тем более, если мы говорим о каких-то прям застроенных инфраструктурных поселках. Несмотря на то, что мы находимся на Николиной горе, и вся инфраструктура, в принципе, есть у нас в доступе. У нас здесь 7 гектаров земли. Этот участок продается мной и моей компанией. Общий участок размежован на 44 участка, площадью от 12 до 25 соток. Понятно, что можно перемежевать, понятно, что можно полностью поменять тот первоначальный план. Стоимость его на сегодняшний момент 22 миллиона долларов. Вот они поехали. Тынг-тынг-тынг-тынг-тынг-тынг. Стоимость в рублях по сегодняшнему курсу 1 миллиард 600 миллионов рублей. Я предлагаю вам этот объект рассмотреть для покупки, если вы планируете что-то строить и построить что-то выдающееся в сегменте премиум-класса. Я предлагаю вам принять участие в продаже этого объекта, если вы понимаете, что в вашем окружении есть люди, которые ищут участок. Вы можете смело рекомендовать меня, рекомендовать этот участок земли и рассчитывать на 2% от этой сделки. Ну, собственно говоря, я думаю, что достаточно несложно будет взять и пересчитать, какое вознаграждение в этой сделке вы можете получить. В общем, осмотритесь, много времени мы занимать не будем. Попробуйте прожить состояние, что здесь стоит ваш домик, здесь есть классный ландшафтный дизайн, здесь есть вековые сосна, здесь есть зона у воды, которая будет очищена, и там будут сделаны общественные зоны. Попробуйте прожить это состояние, проживая здесь, недалеко от города, недалеко от на выезд платной трассы. В уединении, в тишине, в спокойствии, наедине с природой, с близкими, с родными и с потрясающим окружением. Хочется поговорить о мечте. Вот как-то так выстроилось в нашей ментальности, в нашей культуре, что многие мечтают о даче, многие мечтают о загородной жизни. И чем старше люди становятся, тем больше они стремятся к тишине и уединению, тем более те, которые выросли в мегаполисе. Сегодня мы говорили с вами о загородной недвижимости, поговорили немножко про проблематику, показали, наверное, тот самый, ну, может быть, не для всех, но для меня так точно, как находясь внутри рынка, понимая, как он выглядит сегодня, некие эталонные объекты. На сегодняшний момент у нас есть хороший проект, качественный проект, достойный проект, который мы показывали в виде дома. Он продается, я напоминаю, да. Мы показали вам участок земли, на котором можно построить такой же классный проект и смотреть на озеро. И мы показали уникальный просто объект, находящийся в лесу на Николиной горе, где есть смысл построить поселок. Отвечая на вопрос, как бы я его построил, я бы точно строил что-то современное с точки зрения архитектуры. Я бы обшивал это все натуральными материалами, как мы сейчас видели, чтобы эти дома вписывались гармонично в естественную среду и соответствовали ей. Я бы посадил их на разных уровнях, чтобы каждый из соседей видел одну и ту же картину, а не окна в окна, да? И главное, наверное, я бы создал внутреннюю среду, при которой люди чувствовали бы себя живыми там. Не просто место, где никто не гуляет, нигде никто ни с кем не знаком, люди сидят за заборами, а создал среду, при которой люди завтракают вместе, обучаются вместе, воспитывают детей вместе, проводят вместе время. Вопрос, который хотелось бы задать вам, а что такое чувствовать себя живым? Попробуйте ответить на него, и если пожелаете необходимым поделиться, я буду очень признателен, потому что я этот вопрос задаю себе часто, и хочу стать тем человеком, который побудит вас задать этот вопрос самому себе. Вам огромное спасибо, что вы были с нами. Помните, что у вас есть надежный человек на рынке недвижимости. Со мной можно напрямую связываться. Желаю вам большой удачи. Мечтайте, вдохновляйтесь, живите полной жизнью. Доверяйте и до новых встреч.